Доброго времени суток! С вами Стив Про, и сегодня я вам покажу мод, добавляющий блокетов в Minecraft Pocket Edition. Собственно, друзья, наверное, многие из вас играли с данным модом на ПК, ну а теперь вы сможете сыграть с ним и на мобильной версии Майнкрафта. Кстати, именно сейчас я держу это яйцо спавна блокета. На данный момент я держу именно травяного блокета. То есть самый легкий спавн, крафт этого моба. А, крафтится он, друзья, из 8 блоков травы и из одного редстоуна. В каждом крафте блокета вам понадобится обязательно один редстоун. Что ж, давайте посмотрим на него. Выглядит он вот так. Просто замечательная текстурочка. И чтобы его приручить, вам понадобится взять яблоко. После чего много раз нажимать по этому блокету. И, друзья, через несколько таких тапов у вас должны появиться сердечки. Вот, отлично, мы можем его посадить, теперь, друзья, он у нас сидит. Собственно, чтобы узнать информацию данного блокета, вам придется сесть и просто его, так сказать, стукнуть именно пустой рукой. Если будете его стукать предметом, вещью или блоком, то, к сожалению, вы просто его будете бить, то есть будете наносить ему урон. В данный момент блокет имеет 8 хп. Чтобы его развивать, вам понадобится просто спавнить и убивать различных мобов. Просто стукайте, к примеру, друзья, вот эту коровку, и он начнет ее убивать. Обязательно он ее убьет, и после чего он получит обновление, то есть свой опыт. И он, друзья, в следующем моменте будет сильнее, у него пополнится хп, и, собственно, не забывайте проверять его количество сердечек и лечить его с помощью зелья. Кстати, он, друзья, у нас лагает. Данный мод почему-то просаживает кадры. Ладно, давайте посмотрим на следующих блокетов. Дальше у нас есть деревянный блокет. Выглядит уже вот так. Ну и вправду деревянный блокет. Ничего необычного. Каменный, тоже ничего необычного. Уже железный, друзья, уже видно качество. И хп у него уже намного больше, чем, к примеру, у травяного. Кстати, да, все блокеты отличаются только своим количеством здоровья. Собственно, смотрим на золотого. Золотой вообще просто красавец, не хватает у него только короны, к сожалению, но и хп у него намного больше. Ну, самый, наверное, классный и дорогой крафт блокета – это крафт алмазного блокета. Выглядит он вообще суперски, текстурочка просто замечательная, а разработчики здесь уже постарались, видно. И, друзья, собственно, для крафта вам также понадобится алмазы и, конечно, один кусочек редстоуна. Надеюсь, вы уже его не пожалеете. Ну, хп у него довольно много. Также, чтобы приручить, вам понадобятся обычные яблоки. Кстати, он на нас долго смотрел и почему-то решил убежать. Вот, друзья, мы уже приручили его, у нас уже два блокета, и вправду они почему-то лагают. Наверное, связано именно с блок-лаунчером. И давайте посмотрим. Он имеет уже 20 хп, хотя наш травяной блокет, давайте посмотрим, он имеет всего лишь 8 хп. Как видите, разница есть, и она довольно большая. Что ж, друзья, если вам понравился данный мод, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну, а на этом все. До скорых встреч!